Да ёпсель мой! Да, я их... А, да-да-да. Я представила, приходит завтра, да? Зачем? Долго-долго. Да долго. Вот что. Пошли! Да бей уже, чуха!
Давай, 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 Витя! Давай, давай, давай! Здравствуйте! Сейчас Кона сейчас такие деньги да. Почему вот он не попал, да? Молодец, Слуха, забрал. Выбей. Это твой, Саша. Саша, держи. Thank you.
Да не очень. Слов уже нет. Я уже боюсь. Спокойно. Держи. Да что вы сами себе, блин, головы прикрасили. Да не стойте вы! Можно! Вон, пошел! Ой, нате! Мама, папа, папе вообще похер ему, он бухает. Ты его такая же.
Да, блин. Да, ну что это вот? Для чего? Да я не знаю, там как они это нападение, которое они бьют. Мы втроем против 11. Не, ну как здесь? Вот, не махни ты ногой. Не попадешь, но ты все равно. Это там. Ты нападающий. Звук еще и повезет. Тут бить надо, наши не бьют. Надо бить в любом случае. Наши бьют. Да что вы как? Дай пас. Нам один такой. Да, хорошо, хорошо. Ну нет, на подхвате. Они ждут все ноги в мяч. Надо брать из геометрии, чтобы все было хорошо. Понимаете? Траектория мяча. Не может такого, что не знаю. А что он на него нормально как-то играет? Пусть рыкает вот на Кирилла, который вот здесь вот. Саша, ну я же слышу все. От него ушел мяч, да, на всякое бывает. Они пойдут или нет? Не, на Пашу. Они? Это все, что ли? Артём! Да. Вчера Рома такой, мама, какие они длинные. И то сыграли 5-7. 5-7. Рома прибавил. Артем,
октябре. Где вы ходите? Ну что, встали, открывайтесь. Кому ты дал? Коля, не стой! Ну что ты встал-то, правда? Коля! Коля, дырка! Ой, тоже уже все, я уже вижу. Да не уже. Он уже как... Открывайся, Витя, блин, да отдай ты уже! Ни себе, ни людям. Ну что за дети? Учит в два касания играть. Футбол быстро играет. Играет в два касания. Что тебе побежал? На тебя три человека бегут. Отдай мяч. В чем суть тогда игры? Не понимаю. Я один, что ли? Да, так. Хотела посидеть. Получается, в нашей команде хер тут. Тупые, тупые. Мне кажется, дело не в тренинге. Просто дети не умеют включать в голову. Когда... Интересно, как они... Дружба Я сначала вообще не... Я пробовала, как бы, А мне, мне сначала показалось, что это... Вперёд, вперёд, красный, я думаю, гранат, что ли? Красный. Что это тут ему вязочка такая? У нас есть одна большая проблема, мы поддерживаем практически каждую нашу группу. Нельзя, нужно играть быстро. Коля, надо же, молодец. Атакуй его, давай, давай, не останавливай. Вперед! Ну, давай. Коля, сейчас было хорошо. Да, молодец, Коля, так. Давай, давай. Глянь, все хорошо. Коля, Артем, что ты отворачиваешь? Конечно,
доигрывать придется. Вместо него Саши не поставишь точно. Со звуком. Если не вправо, быстро заменит. Не в этом случае.
Ой, там заплено. Он заработал, он и встал. Он заработал, спокойно. Сейчас кто будет бутылок? Они никуда не пройдут. Нельзя, нельзя. Так близко. Да правильно он делает, кому нет, хоть кому-то, если у нас нападение не работает. Он закрыл. Ну, вот он под боец встал. Ноги не отрываем. Вот. Я вот и потянулась на них.
морозит. Идите, представляешь, все эти маты сейчас запишем. Молодчик, я надеюсь, вы музыку наложите потом? Нет. Ой, то есть все наши маты будут? Да. Не позорьте. А я что? Не, а я ж представитель чего? Я не представитель, я для тренера записываю видео. Этот тренер будет потом для вас сделан. Надо с тренером искать. А был бы поменьше вратарь, то что? Да, видать, он напрямую на голову. Ромка, держи! Молодец, давай! Да не гляди! Thank you.
Кеша, не бросайся ты! Саур, дай на правый! Давай, давай! Первый год на полковник. До этого на полковник. Красный, 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 красный